Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем играть в Sims. Sims 3, с кучей дополнений всяких. Ну да ладно, мы создали по прошлой серии кошару. Создали себе персонажа, купили себе дом, который выглядит как говно пока, но ничего, мы потом сделаем из него нормальный крутой дом. Так, нам надо будет сейчас уже начать какие-нибудь выполнять достижения, что-то новое придумывать. Да, вот мне надо будет мольберт купить, кошаку похавать купить. Так, зачем я два раза... Нет, кошаку купить... Покушать важнее. Как это? У меня кошак без еды будет. Убежит от меня, или его еще заберет кто-нибудь. Кто-нибудь скажет, я вот тебе еды дам, а ты все, и у меня убежит. Так, и знать бы еще, какой раздел отвечает за то, чтобы не накормить кошака. Ой, для мусора нет. Хоть, конечно, и можно, в принципе, покормить животное мусором, но мое животное будет питаться только нормальной едой. Еще бы только найти, где оно будет им питаться. Где бы вообще купить все это дело. Вот лапка. Здесь вот найдем, наверное, все. Отлично. Вот когти, чтобы она точила у меня, чтобы все не разорвало весь дом. Устроит мне хаос. Я потом еще буду думать, что делать теперь. Дома-то нету толком. Так, миску сюда. А сюда отдел кухни, пусть он здесь вот и будет. Так, дразнилку купим. Блин, я же сейчас все деньги пущу ему на своего животного. Так, лоток. Да, пусть он будет в туалете, наверное. Логично, наверное, что лоток должен быть в туалете. Так, вот и кроватка. А, можно сюда поставить? Нет, нельзя. Черт, хотелось бы где-нибудь. Пусть у меня тоже спальня будет. Пусть это все будет логично хоть. Так. Кошки, собаки, лошадь. Лошадь? Здесь можно сделать лошадей? Да, было бы, конечно. Завести домой лошадь. И чтобы она... Представь себе, ложишься спать, и тут на тебя сверху лошадь ложится тоже с тобой спать. Ну, как кошка, только лошадь. Если представил, это, наверное, весьма неприятно. О, отлично, мы выполнили пару достижений. Сейчас тогда наполним тебе еще миску, чтобы ты кушала, кушала и не ныла потом. Да насыпь ты и покушать, ты что? Нелюдь какой-то, а? Вот, надо еще преследовать? Нет. А, привязанность. О, можно поговорить с кошкой. Ты прямо как Гарри Поттер со змеями, только с кошками. Да? А, у нас кошак не любит цветы. О! Ну, это круто, у них такой диалог был длинный, я просто в шоках как-то. Как они долго разговаривали. Вообще. А, еще временами FPS падает что-то. Ну да ладно, тогда сейчас нам должны принести вроде как газетку. Да, вот уже газетка, надо найти работу, нам же надо развиваться, все совершенствуется. Все же как жизнь, это же Sims. Хотя я тут немножко преувеличил, все же как жизнь. Тут слишком много всего того, чего нет в жизни. Например, всякие телепорты и тому подобное. Хотя, может быть, есть какие-то телепорты сверхсекретных разработок, не знаю. Как тут классно у нас выглядит. Но клево выглядит. Эй, это не видимо. А, все, это глюки какие-то. Так, бизнес, разносчица кофе, офигенный бизнес, медицина, донор органов? Что, я буду донором? И я донор за 22 доллара в час? Да, неплохо. А, блин, тут нету нормальной работы. Я хочу сделать ее певицей, а компьютера нету. Придется ждать. Ну, давайте тогда, пока у нас будут... Черт. А, я думаю, мне еще один диван не нужен, да ведь? Все равно живу пока... Один с кошаком. Поэтому пусть... Ой, я какой-то дорогой мольберт купил. Да и ладно, пусть будет. Неплохо выглядит. Так, и будем учиться рисовать. Рисуем огромную картину. У нас же по-любому есть талант рисовать картину, я в этом уверен. Как это? Как будет без картин-то? О, какая она огромная. Так, а я могу управлять кошаком? Я могу что-то им делать? Иди сюда, спать здесь. Ммм. А, значит, кошак пока развлекается. Я даже не знал, что можно так делать. Классно, я даже не знал, что столько возможностей. Я могу даже работу, наверное, найти кошаку. Нет? Могу? Нет. Это вообще что? Дневник? У кошака есть дневник. Он поди еще в каких-нибудь социальных сетях сидит, да? О, господи. Это вообще что? Что? Что с игрой? Оу, периодично провисает, походу, что-то. Вообще, что он там рисует такое? Что за картина такая? Она... Я даже такую сам могу намулевать. Хотя и рисовать не умею. Толком. Так, давай ты у нас что-нибудь поцарапаешь.
Вот так вот. На ускорении вообще все выглядит так дико. Так, сходи в туалет. Так, это не туалет. Надеюсь, что туда явно не захочешь сходить как-нибудь. Так, хватит насиловать это... Не буду говорить, что. Так. Ну все, посмотрели. Только делаю дела кошельки. Так. А досуг-то как ей развить? То есть у меня что-то скучает. Господи, как я развернул камеру. Так, вроде так нормально. Газеты новые не принесут до следующего дня? Нет? Нет? А где вообще она газету положила? Я даже не видел. Странно. Ну да ладно. Так. Эй. Ой. Почему-то... О, это что такое? Краской гриль праздник. Купить собственность. Ага, 77 тысяч. У меня 45 баксов. Продадите мне, а? Я ж хорошо попрошу. Так. Хватит, в общем, картин рисовать. Потом мы закончим картину. Давай пока покушать там что-то. О, вафли. Я поел вафли. Пусть у нас вафли нас ороганит. Да, женщина на кухне. Все. Давай быстрее готовь что-то. Ты еще и вафли поджарила. Да кто так вафли готовит? Как можно вафли-то спалить, а? Господи. Ну ешь тогда свои горелки. Это какие-то не вафли, а сухарики, наверное, получились. Ммм, вкусно, походу, да? Сухари хавать, а не вафли. Как можно вафли плохо приготовить? Охранять предмет? Ага. Охранять свою кровать? Отлично. Давай, иди, иди по делам, иди еще что-нибудь. Че ты сидишь-то? Расселась тут. Так. Иди поспи, что ли. Пусть у нас быстрее хоть так. Мэри Поппинс готовит еду, но она подгорает. Вот уж. Вот так вот отличишься на минутку, и бац, уже воняет гарью. Это она готовить ни хрена не умеет. Какой отвлечься на минутку, блин. Это она. Если бы она сейчас салат приготовила, он бы мне сгорел. Вот тогда было вообще. Я подумал, что я создал какого-то не того персонажа, которого все в руках горит. Господи, чё кошек-то мяукает и мяукает без остановки? Какой-то кошек неправильный. Так, ты у меня выспался? Выспалась, вернее. Так, царапанье. Пусть она идет царапать тогда все. Сейчас мы все планы раскидаем сразу. Есть из миски. Зачем вообще охранять каждый предмет, какой возможен? Давайте мусорку будем охранять, почему бы и нет. А, я думал, это кошак может предметы двигать. Да уж, было бы странно. О, это что? Идеальный маникюр. А, вообще, идеальный маникюр у животного-то. О, она сразу пошла готовить картину. Рисовать картину. Наверное, что-то эпик получится. О, начать карьеру художника. Есть, то есть, можно работать художника. Не, пусть у нас будет певица. У нас мечта всей жизни – это стать певицей 10 уровня. И что ты хочешь? Почему ты картину не дорисуешь? Дорисуешь тогда? Это какой-то новогодний домик, что ли? Гирляндами вешан? Или что? И музыка какая-то заиграла, будто какой-то ачивмент получил. Все-таки странно, мне немножко так игра подвисает. Точнее, она как бы останавливается. Вроде как все нормально, и так бац, остановилась. Странно. О, ну, так господи, дорисуй ты уже картину. Я знаю, что второй уровень. Да толку это второй уровень. Но эту картину я не буду продавать, я где-нибудь повешу дома. Поехать в другую страну. Отлично, у нас есть 45 баксов, мы сейчас поедем в другую страну. Вот это мечта такая вообще. Я сначала хоть на свой карман посмотрел, а потом уже такие мечты мне гнал. Нехрен тебе в другие страны ездить, когда нет денег. А потом мы сделаем столько денег. Кстати, неплохая картина вышла так-то. Хоть, конечно, какая-то детская, но я бы, наверное, оставил такую себе. Нарисую я такую большую картину. Так, ты куда пошла? Ты какого черта ты снова спать? Тебе есть надо, ты спать. И вафли свои делай нормальные. Кстати, за собой убирать посуду надо, знаешь об этом? Ты за собой посуду не убираешь. Так, а кошаку вообще там... А, кстати, у нас с кошаком пообщаться, он, наверное, нас уже скучает. Ну-ка, кыш с кровати, так нельзя. Так, я могу прогнать его? Почему я не могу его отругать за то, что он лезет на кровать? То есть на каждый предмет будет лезть, и я не смогу теперь спать, значит, придется все время прогонять. Так, давай ты уберешь посуду сначала, потом мы поговорим с кошарой.
Уделим время кошаку. У нас, наверное, вообще скучает уже. Да, у него он общение еле-еле. Да убери ты эту посуду, чертову. Вот. А, так, играть. Нет, наверное, не играть надо, а поговорить. Все, давай поболтаем по душам прям так. А, опять они поболтают. Как можешь так быстро говорить? Надо уж что-то рассказать, наверное. Дать понюхать руку, погладить, дать лакомство, если оно вообще у нас есть. А, уход, расчесать. А, пусть она развлекается с ним. Ох ты! Я так же, кстати. А, господи, как мне это знакомо. Я также, точно так же покупал, помню, в детстве лазер специально для кошака и гонял его повсюду. То есть светил на стены, там, на пол, куда угодно. Даже на потолок можно посветить было, оно мне залазило как можно выше. Тут то же самое, только что-то светит, она прямо здесь. Я бы сейчас, если будь я на ее месте, я вообще по всей квартире этот лазер бы гонял, и мне бы по всей квартире кошак носился бы. Так вот бы это все и было. Так, ну что, пообщался, доволен? Нет еще? Вот все, отлично теперь. Опять игра провисла, да господи. Так, иди царапай, ты куда пошла? А, ну, иди по делам, я не буду тебя смущать. А, вот, можешь пойти помыться. Все, о, она уже новую картину рисует. Ты что, в душ не можешь зайти, что ли? Что это? А? Не понял. Что-то, почему? Почему, когда я убрал, чтобы она зашла в душ, она зашла в душ? Странно. Так. Ну, давай продолжим рисовать картину. Чего? Может, у нас все-таки будет талант, когда мы сделаем кубичную картину и продадим ее. Думаю, так вот и будет. Так, нам должны новую газетку уже пригнать, да? Да, все, вот новая газетка. Сейчас картинку, наверное, дорисуем. Она маленькая, быстро дорисуется. О, телефон звонит. А вот ответить. А, да, что надо сделать, дорогой? Ага, я такую картину как вам привезу? Вы что, с ума сошли? Я даже до 50 баксов картину не продам. Он говорит, привезите мне картину за 550 баксов. Я обеспечу. Вон эта картина 10 баксов стоит, я ее продам. Так как она очень какая-то ужасная. Она хочет купить гитару, только денег у нас нет. Так, найти работу. Давай, надеюсь, что сейчас будет та карьера, которая нам нужна. Так, наука, образование, журналистка. Господи, да что-то нету нормальной-то, а? Тай, куда? А, в карман свои газеты, что ли, пихает? О, у нас есть диплом окончания средней школы. А куда-нибудь поставить его? Пусть у нас в спальне висит вот здесь. Так, работа и профессии. Найти и выбрать профессию. Ну-ка, а это что у нас будет? Это то же самое, что работа? Стилист, архитектурный дизайнер, охотник за привидениями, пожарный сыщик. А, вот, все, отлично. Вот. Без луна в четыре руки. Чего? А. Пусть так будет. Мне такое больше нравится название. И опять игра провисла, господи. Что-то как-то что-то не странно. У меня не должно тормозить. Симс у меня не должен уж точно тормозить. Что тормозить? Так. Вызовите улыбки с помощью очаровательных частушек, исполните веселые песни, чтобы заработать. И все, мы идем спать. И на этом мы, наверное, заканчиваем наш летсплей. Если вам понравился летсплей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, комментируйте, так что вступайте в группу ВКонтакте. Ну и все, удачи, спасибо за просмотр. Сейчас спать ляжет и заканчиваю. Все, чтобы было символично как-то.